Раз. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ваше внимание, главный тренер футбольного клуба Ростов, Валерий Георгиевич Карпин. Вопрос по игре. Пожалуйста. Андрей Панков, чемпионат. Валерий Георгиевич. Показалось, что в первом тайме Ростов был активный соперник, давил, в принципе, по игре вышел вперед. Почему во втором тайме показалось, что подсела команда и уже играла не так активно? Потому что другая команда тоже играет, другой команде надо отыгрываться. В первом тайме, да, создали больше моментов, чем во втором, намного больше. Во втором тайме, возможно, не так активно в атаке сыграли, наоборот. Также без проблем. Моменты, честно говоря, я не помню, что были моменты, что были спасения нашего вратаря или действия нашего вратаря. Ребятам вообще ни одной претензии к сегодняшнему матчу. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Не хочу комментировать судейство, потому что это смешно. Смотрел, раздевалки показали мне пенальти, второй пенальти, который поставил, смех. Я не знаю, футболист Динамо. Все. Еще вопрос. Шумородов уже несколько матчей не сбивает. Что об этом думаете? Планируете ли менять что-то в атаке? Нет, ничего не планирую менять. Шумородов, как любой нападающий, любой там, футболист. Есть игры, когда он забивает каждую игру, и не по одному. Бывает. Можно назвать это спадом, скажем, голевым. Другой момент сегодня был. Три момента сегодня был. Сегодня реализовал. В других играх был. Бывает пол момента, забивает два гола. Еще вопросы? Все? Отлично. Всем до свидания.